Хейоу, гайс, с вами Шимики. Мы продолжаем проходить Borderlands. В прошлой серии мы, короче, с вами увидели отца Бахи. Типа Баху, получается, этого чувака. Но его, походу, убили. Прискорбно, конечно, но... Эй, меня Скутер зовут. Назвали меня в честь моей сестры. Покупаем машины. А как твою сестру зовут? Да. Тебе что-то нужно? Хуйна. Так. Атлант не экономит продать. На качестве, производя оружие великолепное во всех отношениях. Мне кажется, это можно уже начать продавать. Смысла от нее нету. Плюс 16 уровня. И это тоже можно продать. Не очень такой нужный. Ну, может быть, против этих мудаков, которые тут были. Продать, кислоту продать. Продать, продать. Продать, продать. Щит продать. А, автомат оставлю на всякий случай. Так, следующее у нас, по-моему, с вами были какие-то пещеры. Столбняков, да, по-моему, если не ошибаюсь. Сбор кристаллов у нас происходит в мусорной части. Туда мы и отправимся. А вот на чем? Это уже другой вопрос. На чем? Если здесь машина вызывается, в скобочках нет ни хера. Поехали, дружище! Поехали, дружище! Порулили. Так, ракетница, пулемет. Телепортироваться на место, поехали. Надеюсь, я смогу заехать туда, куда хочу. Не смог. Так, я вижу базу бомжей. Так, вход там где-то. Где-то-то-то там. А вот и пригодился мой автомат. А хотя можно и в рукопашную все это дело сделать. Бля, и черный тоже прыгает. Крокозябра. Блин. Это был не крит, да? А ну-ка. Дерьмо. Я в дерьме. 680. Крит. Поебал, полипал, полипал. Проблемы? Все, дальше не побегу. Дальше за деньги. Так, подбираем мусор. Так, из тебя выпала пушка, да, твоя? Херь. Так, деньги, 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 деньги мне нужны. Смерть дорого мне обходится. Жалко, что эту свою снайперку продал. Это оказалось снайперкой дерьмом. Дерьмом. Взрывной урон, оказывается, против таких только существ хорошее. На практике является дерьмом. Я не перестану повторять. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Сундук. Это хорошо, это не дерьмо. Ну ладно, у них там свои баталии, да. Хе-хе-хе. О, все, развлекайтесь. А я пошел далее.
здравствуйте. Пещеры, пещеры. Так, 5 минут. Может, тут можно купить новую снайперку себе. У нас постоянно обновляется ассортимент. Ждем вас в наших магазинах. Блять. Снайперки нету. Есть патрон для снайперки. Все, 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 все. Гранаты мне не нужны. Револьвер. Все есть. Так, окей, поехали. Собираем дерьмо с хуевой снайперкой. Ну, может быть, тут будут опять эти крабы. Что, мне кажется, скорее всего, нет. А-а-а, теперь я буду тратить по 2 выстрела на дробаше. Ну да, почему бы и нет. Не экономим патроны. Ну, я, конечно, это исправлю. О. Все. Так, стоять. Автомат 67 патронов. Ну, здесь 51. Ладно. Та-т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 а. Подобираем все. Та-та-та-та-та-та-та. Подбираем все. Это точно все? Да, это все. Все. Так. О, как раз патроны для штурмовой винтовки. А, сейчас просто что-то появилось. А, это железяка. Так, я нашел слабое место этих крабиков. А именно жопу этой твари. А ну покажи мне попку свою. Покажи мне очаровательную попку. Хуёвый урон. Покажи поближе. Хера себе. Зай, да ты красоточка. Пошла в сраку. Все, я с тобой не общаюсь. Иди ко мне, сука. Готово. Так. Кристальки, кристальки. Буду, короче, впритык подходить. Токси. Так. Да.
Сейчас за дауны. Так, ладно, револьвер. Пошли в бой. Так, вижу сундук, который мне нужен. Что мне по месту? Много. Так. Продам. Продам. Все, можно забирать то, что продаваемое. Продать. Деньги никому не помешают. Особенно мне. В мое же то время. Эх. Так, тут у меня есть проход. Тут тоже есть, только там подальше тупик. Мы идем на тупик. Так, тихо, собираем. Собираем пистолики. Так, робот. Где твои запчасти? Там в конце. Хорошо, мы к ним пойдем. Выполню сразу здесь три миссии, получается. Отъебайся, таракан. Чё ты доебался? Так, тихо. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ебаные тараканы. Завали ебало. Лови сюрприз, my friends. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нападете, я нападу в ответ. Не советую связываться со мной, я ведь опасен. Ясно вам, насколько я опасен? Эй, блядь. Сука. Ебучие грибы. Ич. Ич. Так, ладно. Здесь мне подъема нет, да? Хотя там показано, что я могу пройти. Или не, я не могу пройти. Вы меня дурите? Бля, атакуют меня там втихаря. Голову покажи. Меня заебали упырки. Так. Ты чё, хуй сделал? Я люблю убивать. Люби сосать. О. Так, кристалл собрал. Собрал. Все, можно уходить сюда. Унитаз. Пусто. Так, еще два кристаллика именно кустарника этих. И все. Бля. Сейчас ультану. Джи-джи-джи. Все? Все? Все.
Убивать, забирать все, все, что есть. Так, что по оружию? Так, и осталось еще один мне такой же найти. Так, сюда. Сделаю обход вот так. И сюда нужно будет зайти. Опа, ну против, в принципе... Да не, шевелись, нахуй. Пёс, я сейчас рвану на тебя. Ты сам напросился. Готово. Ребят, как-то у вас тут потненько. Так, все, кристаллики я... Все, да. Так, у меня нету места. Далеко ли мне валить отсюда? Пиздец, как далеко, но я это сделаю. Останавливаю запись. Чик. Так, я, короче, сделал еще одну вещь. Я продал некоторые свои вещи. Именно из-за того, что я продал дробаш свой. Вот это выкинуть надо. Хотя ладно. Я, короче, вот. Вот такой дробашек возьму. Тоже двух патроны, но там идет 78 и 12. Плюс там есть точность. А это точность хорошо. Так, осталось только сейчас мне узнать. Так, у него еще прицел есть. Хорошо, ладно. Куда мне идти? Так, здесь где-то набор железяки. Мне пишет. Походу под этим, да, или нет? Здесь же? Или далее? Нет, здесь. Ну, это там босс. Скорее всего. А, тут есть проход наверх. И по мне по коврикам прыгать. Нет. Тихо. Оп. Тихо, тихо, не скатывайся. Проклятое место. Так, раз. Шип. Так, сразу же. А я сейчас сапнусь. Смотрите, смотрите. И сейчас будет новая авапа, новая авапа. Ладно. Ну, в принципе, норм. Одиночная. Новая вапа. Апгрейд рюкзака. Плюс взрывчатку в итоге хотел поставить. Плюс мы улучшаем навык свой. Теперь я буду и восстанавливаться. Я буду сейчас максить это, и потом вот это докачаю. Насчет длительности без понятия. Вот это нужно где-то еще прокачать. Так, поехали. АВП. 270. 5 патрон. Поменять. Почти как новенький. Кажется, я что, протекаю? А нет, ты просто умираешь. Так. Король убит. Король у меня в этой стороне, значит, я могу пойти в туда, где я тогда хотел пойти. Я заметил, что я АВП быстро, если у меня здесь будет пока приготовить, здесь, оп, и все, и готово. Ускоренный режим. А, здравствуйте. А, так.
Я ж ковбой, ребят. Все? Это что за хрень? Что это за хрень? О, пистолет. Вау! Так. Есть прицел. Огромный плюс. Повреждение 200 с чем-то. Точность улучшена. Скорострельность, ладно, уменьшена, но... Он охуенен. Он охуенен. Просто... Он охуенен. Враги, берегитесь, я иду убивать. 270 урон, 235. То же самое, что ВП. Только здесь у меня 5 патронов, конечно. Парни, выйдите в лес, я хочу проверить на ком-то уже. Бля. Я ж их тут всех убивал. Эх, обидно ж мне как. Что за хуйня? Ну и это кто-то аж отпустил. Давайте с этого начнем. То есть... Нет, сундуков нету. Да, здесь должен быть сейчас босс. Супер щит короля Сыкуна. Король Сыкуна, здорово. Как делишки? Почему сейчас боссы такие немощные? Вообще без понятия, вот честно. Ладно, те, да, были жесткие такие, ну, более-менее хотя бы. От этих я вообще ничего не чувствую. Так, там выход. Там его сокровищница, похоже. Его царство сыкуническое. Ни врагов, никого. Окей. Ну, хоть сундук тут есть. Так, сыкуничество наше ты. Рам Расконвест. Ну, это мне нужно уже сравнивать с моим этим. Которая у меня, конечно, здесь не лежит. Другом. 416. На продажу сойдешь, ладно. Быстрое перемещение нет у меня, окей. Так. Не... Блядь, не застревай. Так, выход там. 11 часов уже. Норма. Завтра экзамены сдавать. Все равно. Я смогу это сделать. Блять! Ебатские трупы. Что за хуйня? Королевская пизда? Королевская пизда? Ваше уебищество, поднимите, пожалуйста, ваш хвостик. Все. Скорострельность очень хорошая. Почему? Почему было написано, что хую? Скорострельность 3-1. Понимаете, это то же самое, как автомат. Вот так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Все. Изи.
Автомат. Граната, хуйня. Так, поговорите с железякой. Кто не снайден. Это у меня теперь все в другой вообще локации, да? Так, я не туда бегу. Правильно, я туда бегу. Ладно, все. Не обращай на врагов сейчас внимания. Быстро иду, закупаюсь патронами. И иду нахрен отсюда. Плевать на врагов. Они для меня никакой опасности именно не влияют, не дают ничего такого. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самой... А зачем я пистолет вкачал, если теперь им не пользуюсь? Револьер, каев. One Love, револьер. Снайперские пантероны. Годно, 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 годно. Продам, ладно, сразу шматью. Чтоб не засоряло это на мне. Базука. Вам обязательно нужно надежное оружие. А, это то. Продать, 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 продать. Взрывчатку, липучку продать. Я чувствую, это дерьмо полное. Продать. Хотя он какую-то юзал способность. Что вокруг него все вот типа такой бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу взорвал. Может, скорее всего, это и что-то, ну, дает, я не знаю. Как бы не все шмотки именно активируются. Так, он какую-то херь использовал, что вокруг него. Как магнитные поля появлялись, или мини-черные дыры. Но не взорвались, то это не черные дыры. Сука, я сейчас одну вещь понял. Я ж сюда еще не ходил. А там сейчас 100 пудов задания тоже дадут. Не шо, кто-то с базукой нахуй ходит. Нахуй! Уёбки. Хоть туда бегу, правильно бегу, все. Так, прямо налево. Прямо налево до конечной. И нихера, да? Прикольно. Ладно, зато теперь я знаю то, что там ничего нету. Так, задание я сдавать не буду. Мне нужен автосейф. Какой? Это кто? Какой-то ноунейм. Я понял, окей. Так, идемте тогда сюда. Так, мне сюда же, да? Правильно? Правильно. Шлезяка, открывай ворота. Я не Я говорю. Леди со шрамами на лице, кажется, считает, что мы с тобой ищем одно и то же. Тебе лучше быстро прийти ко мне, чтобы показать найденный тобой артефакт. Дан доступ на ржавые земли. А, то есть все, я сюда уже не вернусь, хотите сказать. Теннис найдено, крыло, ржавая первая труба очищена, очищена. Нахуй. Я открою ворота. Открывай. Я сюда еще вернусь, поверьте.
Спасибо. Фух. В принципе, здесь можно и сохраниться, и остаться. Закончить на этом серию. При достижении 5 уровня появляется возможность выучить особый навык. Да, кажется. А ну-ка, сейчас я прочекаю все позиции. Это где тёлка, куда мне нужно, это сюжетная линия. Части. По уши. Дерьме. Ладно, ближайшее для меня это по уши. Так, ладно. Сохранились, да? Сохранились. Ну, я думаю, в принципе, на этом можно и заканчивать, друзья. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Yeah.